Привет! На канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 56 из учебника «Математика 6 класс» Виленкин-Жохов. Давай со мной откроем учебник и прочтем условия задания. Напишите все четные числа больше 10 и меньше, но меньше 23. Для того, чтобы решить данное задание, нам нужно обязательно знать и разбираться в четных и нечетных числах. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Итак, я только коротко напомню, что если запись натурального числа оканчивается четной цифрой, то это число четно, делится без остатка на 2. А если запись числа оканчивается нечетной цифрой, то это число нечетно. Мы с вами помним, да, четные цифры. Это 0, 2, 4, 6 и 8. Нечетные цифры, соответственно, 1, 3, 5, 7 и 9. Итак, первое задание у нас. Все четные числа больше 10 и меньше 21. Итак, больше 10. Первое нечетное число идет 12. Затем на 2 больше, потому что четное это 14. Снова на 2 больше 16, 18 и 20. То есть, если мы берем подряд четные числа, то они будут каждое последующее на 2 больше, потому что между ними идут нечетные. Да? И написано, чтобы было меньше 21, поэтому мы закончили на 20, на числе 20. И задание Б, все нечетные числа, нечетные, да, больше 12, но меньше 23. После 12 нечетным числом идет 13. И опять-таки плюс 2. Если мы будем 13 плюс 2, 15 плюс 2, 17 плюс 2, 19 и так далее, мы будем получать, соответственно, нечетное число, перепрыгивая через четное. То есть мы запишем, что это 13, 15, 17, 19, 21. Но меньше 23, поэтому мы остановились на 21. Вот и все, задание мы выполнили. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Так что вперед, не зевай за баллами. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.